Сейчас у нас в госпитале находится 310 человек. Значит, приставные койки мы дополнительно открыли. Открылись госпиталя долечивания. Также на долечивании у нас работает терапевтическое отделение. По-прежнему обсерватором у нас является здание на базе гинекологического отделения. Поэтому, в общем-то, работа плановая ведется. В поликлинике на Ушакова у нас открыты дополнительные посты. У нас работает сейчас 4 бригады там. Значит, кроме этого, по скорой помощи тоже дополнительные бригады вводятся. Вот с сегодняшнего дня 10-я машина выходит у нас на линию. Поэтому количество вызовов достаточно большое. Компьютерный томограф загружен. Значит, периодически у нас, конечно, какие-то провалы временные возникают, но все равно мы стараемся всех людей, которые к нам обратились, потерпеть, подождать. Все равно всю медицинскую помощь мы окажем в полном объеме. Специалисты прогнозируют, что на пике третьей волны одновременно на лечение в госпиталях могут оказаться 6600 больных. В оперштабе заявляют, что уже решен вопрос с поставкой лекарств. Пополняются запасы кислорода для пациентов с COVID-19. Скоро в больницы должны выйти ординаторы и студенты. Врачей не хватает. Также планируют привлечь подъемными на переезд в край дефицитных анестезиологов, реаниматологов и средний медперсонал. Из резервного фонда края выделят деньги на дооснащение 44 прививочных пунктов.